Доброе утро, Полтава. Мы в офисе 1580 узнаем, что произошло за последние сутки в городе. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что в Полтаве произошло, чрезвычайного и не только? За прошлые сутки к нам поступила информация по заминованию будильника Полтава-Нафтогаза. Ну, слава богу, заявление было ложным. Также у нас за вчерашние сутки, ну уже вторые сутки подряд, дом по проволок Шевченко 11, обслуживающая организация «Ваш комфорт», отключен за долги по электроэнергии. Сегодня будем выяснять, что там за ситуация. Много ли там квартир? 150 квартир. Сегодня будем уточнять. Насколько я знаю, сейчас там уже, ну, по крайней мере, та информация, которая у меня есть, этот дом уже собирается передать в коммунальную власть. Ну, уже долги там очень большие. Я так понимаю, что да. Сегодня будем выяснять и сумму долга, и какая перспектива по включению этого дома. По погоде. У нас на сегодня обещают минус 2 и небольшой снег. В принципе, я думаю, что гололеда не должно быть, но водителям быть тоже максимально осторожными. Техника работала и сегодня ночью, и уже видно, что с утра были тротуары почищены, дворники хорошо сработали. Небольшой снег и ночью пролетал, и сегодня ожидается то же самое. Отключение еще по электроэнергии, по воде? Нет, это у нас единственное за вчерашние сутки. То есть вроде более-менее спокойно. Да, да. Ну, хорошего окончания вам года и хорошего дня. Спасибо, Сергей. До завтра.